Віта Сімірінка. Скольжение лыж – половина моего успеха. Украинка Віта Сімірінка выдала второй прекрасный спринт подряд на этапах Кубка мира. Украинская биатлонистка Віта Сімірінка прокомментировала успешное выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Вансі, где она завоевала бронзу. Это первый подиум спортсменки со времен спринта на Олимпиаде в Сочи. В чем секрет моего возвращения? Нет никакого секрета. Я просто благодарна моему тренеру Григорию Шамраю, который поверил в меня. Возвращаться в биатлон после рождения ребенка было тревожно. Я понимала, что конкуренция очень велика, а 3 года – слишком долго. Но я вернулась в спорт благодаря ему, а также моему мужу. Скольжение лыж было потрясающим, так что это половина моего успеха. А в субботней гонке преследования просто хочу получить удовольствие, рассказала Вита на пресс-конференции. Смотрите также видеообзор выступления Виты Сімірінка в спринте в Вансі. По материалам сайта news.com.